Привет, друзья! В этом видео будет потрясающий конкурс. Я заеду в клуб коллекционеров, покажу, какие новинки по монетам есть там, а после него заеду на зимнюю рыбалку. Если хотите участвовать в розыгрыше, смотрите видео дальше. Поехали! Держите. Ну что, мы заходим в клуб коллекционеров. Вот у нас, собственно, так все выглядит. А что у вас есть? Можно будет посмотреть? Это все продается. Все? За полторы, да. Ага, марочки, ба. Владимир, что сейчас прям вообще? 350. Да. Угу. Вот это поднялось, 160. Вот это поднялось. Что там у нас? Мы отдельно положили мы эту, как его. Ага, передала, 130. Передала. 130. Ага. Вы можете тут ложить их. Ага, ага, да, все. Так, ребятки, 2004 год, который в роллах у нас попадались. Гляньте, вот она, 50 копеек в холдере. Класс. Сколько сейчас цена на нее? Ну, я взял за 700 гривен. 700 гривенников. Ого. Давайте подумаемся, что тут еще у нас есть. О, вот, вот он. Смотрите, подборочка наших гривен. На самом деле, да, миллион тираж, но все-таки что такое миллион, когда она пошла в оборот? Да там половина потерялась этих монет уже. Неизвестно где, в копилках и так далее. Просто... Ну, конечно, важно состояние. Вот я в прошлом видео чистил такую монетку. Вроде в штемпель, начал туда-сюда мыть, а она там с ржавчиной, с коррозией. И, короче, важно ее, скажем так, уметь помыть, почистить, да, аккуратненько. Либо вообще не трогать, если она в каком-то таком состоянии. Что там еще? Браки, пятерочки. Вот пятерочки, посмотрите. Тут ага. 96-й год, 2001-й и разновидность. Вот, смотрите, значит, 5 копеек, уже не в обороте. И для меня, кстати, я себе собрал полностью коллекцию из наборов в пруфе в отличном состоянии. Почему? Потому что, ну, для меня это такое, да, больше эмоционально. Уже первая монетка, которая мне попала, украинская, это были 5 копеек. На сдачу я 5 тысяч поменял на 5 копеек. Помните, как эти 5 тысяч... Вот, и, как видите, сейчас, ну, это довольно прикольно, и большая монета, вот на уровне, там, с одной гривной, да, она по размеру. Так, 96-й, где вы говорите, тут вот лежат? Читайте. А вот, 2001-й у нас, да. Редкая, в приятном состоянии. Ну, вот, 92-е, 96-я здесь у нас. Это на продажу или так просто это пока? По экземпляру. Это пока, ага. У меня это все на есть, небольшие я просто... коцки, видите, есть. Это... Тут все расписано, ага. Какие разновидности. Да-да-да. 5 копеек, ну, конечно, тоже. Что ли, с оборота была найдена, сейчас не пойму. Да, наверное, живая пришла. И вот как они делались для наборов, а сами пошли в оборот. Кто-то мешок отправил, и все. Да-да-да, вот они, видите, по разновидностям, собственно, вот так можно коллекционировать. На листочке делаете себе, подписывайте, и четко понимаете, где... Где какая? Я да. Добиваю. 96-й добил, 3,11 грамма, украинская 2013 года золотая монета. Гляньте, какая. 2 гривны и архистратив у нас. Как вы видели, наверняка все серебряные архистратии, а вот здесь вот такая. Конечно, она не очень большая, хотелось бы гораздо побольше. Сейчас посмотрим курс золота. В принципе, сейчас как раз время... покупать. Некоторые люди инвестируют именно в золото за счет того, что долларов много напечатали и закрепляются в золоте. И сколько денег сейчас забрать у вас эту монетку? Дадите. За 6 тысяч можно забрать. Германия. Это пятимарочники. Серебро, пятимарочники. А какой год? А тут разные. Ну, я знаю, что вот на что обращают внимание. Конечно, состояние важно. Да, чтобы она не была там, желательно в штемпеле, да, как говорится, найти. Они ходяшки были, они это ходили раньше. Угу, 1875 год. Что, интересно, можно было купить тогда за такую монету, как думаете? Не знаю. Да. Люди, коров покупали. Вы знаете, да, а вот царские рубли, вот пятерки, вот сейчас мы думаем, что прям очень дорого, это прям вообще какой-то космос, а на самом деле в те времена... Это не такие большие деньги были. То есть можно было там отдохнуть в заведении, там хорошенько компанией за 5 российских там рублей, да, золотых. Вот что бы интересно, вот надо глянуть в интернете. И сколько такая стоит? Полторы. Угу. Так, ну что, заполняем альбомчик по чуть-чуть. Вот у нас есть несколько, две монетки. Софийский собор в Киеве. Софийский собор с небольшой коцкой. Ну, тут 85-95, не знаю. Ну, 80 или... Ага.
А этот Большой дворец? А Большой дворец, он дешевле сейчас. Петродворец называется. А, вот такая монетка пришла сегодня. Вот здесь она, 60 лет. Вот у нас. Размещаем в альбомчик. Еле-еле. Пятерочка. Так, у нас... Это у нас Большой Петродворец. 90-й год. Где он? Где-то в конце у нас тут. О, Петродворце. Да? Вот он у нас уходит. Как раз последний, видишь, лист и заполняется. Ага. И этот... Какой год? 88. Ага, 88. Сейчас все добавим. Видите, как раз потихоньку лист, видите, заполняется. Да. Наверняка люди хотели бы стать миллионерами. А как это можно реализовать? Это вот. И что это такое за миллион? За что он обязательство Советской Республики? Она двусторонняя? Угу. Нет. Ага, тут. Ага. О, даже есть какой-то водяной. Знак там как раз, да? Без видите, понятия. На просвет. Это не моя тема. А? Миллион это 21 год, а это 22 год. Нож для открывания писем. Ага. Писем. Это все современное, да? Это все буквально сейчас. Вот это нет, это не современное. А что это? А это какой-то для духов, да? Нет, да, это для духов. Для духов. Ну, это тоже, да? Это сахар. Это сахарница. Мельхиорова. Мельхиорова? Легкая просто. Ага. Ага, ага. Угу. Это костяная, это сама. Шкатулочка, да? Шкатулочка. То есть костяная. Сейчас кто захочет подарки брать, что-то такое можно себе или любимым подарить, если любят антикварные или какие-то просто красивые вещи. Вот да? Красивый портсигар. Угу. Ой, смотрите какой. Чистая японская вещь. Угу. Ух ты! То есть она просто. Ага, все, я понял. Она здесь достается и. Ну, выглядит, конечно, на защелке очень красиво. А сколько стоит такое? 1500 прошу. Но если... Очень красивое. Ага. Слушайте. Прямо разные. С карты, все фотографии разные. Каждая карта разная. The Beatles. Пригласили меня на рыбалку. Сейчас покажу вам, как проходит зимняя рыбалка. Наверняка есть те, кто смотрит мой канал, и у них есть такое... Какое хобби? Это, конечно же, монеты Украины. И вот такая нечастая монетка Украины 96 года с тиражом в 1 миллион штук отправится одному из вас с бесплатной доставкой по Украине. Условия конкурса очень простые. Просто досмотрите чуть-чуть видео дальше, там я расскажу. Так, ребятки, ну вот так происходит, собственно, бурение. Никогда не видел. Воу. Процесс идет. Сейчас рыба прям попрет. Рыба поперла. Так, сколько тут метров под нами? 6 метров глубины. Так, у нас лунка готова. Ее нужно, наверное, да? Немножко. Так, ну что, давайте поиски сделаем. О, глядите, что можно найти. Вот так вот. Монетка. Прям во льде. Красота. И рыбка, и монетки. Друзья, ну что ж, а если хотите увидеть, как, собственно, какая рыбка поймалась и как это делать, переходите на канал Фишка ТВ, подписывайтесь. И после того, как вы подпишетесь, вы участвуете в розыгрыше вот этой монетки 1 грина 96 года. Просто поставьте лайк, подпишитесь на канал Фишка ТВ. Как только 250 лайков будет под этим видеороликом, я разыграю эту монетку и отправлю по Украине абсолютно бесплатно. Так что, если ваше хобби это рыбалка, переходите на канал Фишка ТВ. Ставьте лайк и участвуйте в розыгрыше. Поехали!